Полицейских в Кировоградской области обвиняют в убийстве. Мертвым в заброшенном колодце найден следователь из городка Благовещенское. Оказалось, к его смерти причастны его же коллеги. Чтобы замести следы, они не только спрятали тело, но и утопили в озере машину, на которой приехали все вместе. Все подробности расследования в нашем материале. Проститься с 25-летним следователем Андреем Васильчуком пришли сотни людей. У меня было завешено чувство справедливости. Хлопчик такой. Молодец. Добился всего сам. В прошлый четверг Андрей не вернулся домой. В пятницу родственники обратились в полицию, а на следующие сутки его нашли мертвым. Связанное с многочисленными ушибами тело было спрятано в заброшенном колодце. В полиции сообщили, что Андрей отправился на охоту с 4 друзьями. Троє з цих громадян є працівниками одного з підрозділів поліції Кіровоградської області. Під час руху один з легкових автомобілів потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої 25-річний пасажир загинув на місці. У подальшому громадяни, розуміючи тяжкість наслідків пригоди, спробували приховати її факт. Вину за случившееся взял на себя гражданский. Говорит, именно он был за рулем машины. Областная полиция проводит расследование по факту ДТП, а вот попыткой скрыть преступление занимается военная прокуратура. В данный час проводятся прочерговые следствие дії, зокрема, оглянуто та виучено автомобиль, на якому перевозили тіло загиблого, а також допитано очевидців. Но еще до завершения всех расследований есть первые кадровые последствия. Начальника Благовещенского райотдела полиции уволили. Вскоре своих должностей могут лишиться еще двое полицейских, которые фигурируют в этом деле. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кировоградская область.